Самые главные звездочки. Вы уже второй раз у нас участвуете, да. Правильно? Второй фестиваль, но да. Второй раз. В данном фестивале, да, мы участвуем впервые. Фильм наш называется «Малютка». Сюжет о детях. О детях, которые переживали годы войны. Потомки победителей – это площадка для культурного. Все конкурсные работы станут достойным воспитательным ресурсом наших образовательных организаций. А мы приглашаем... Работа по патриотическому воспитанию очень важна. Кинофестиваль «Потомки победителей» открыт. У нас впереди 3 дня работы фестиваля. Я даже это уже здесь рассказывал. Журналисты, учащиеся, приходило все свои истории. Это рассказ о Коле Печененко. На крейсере Михаил Кутузов. В общей массе могли находиться здесь, а только те, кто сдали 2 главных зачета. Проходите, присаживайтесь, наши друзья. Загадываем желание, чтобы наш кинофестиваль «Потомки победителей» жил, рос, увеличивался, размножался, стал международным, принимали участие дети иностранных государств. А наши фильмы, как мы уже начинаем переводить на иностранные языки, показывали по всему миру. И в Америке, и в Китае, и в Турции, и в Греции, во всех странах. Поэтому мы будем к этому идти стремиться. Желание сбывается. Наши белгородские товарищи тоже будут свой кинофестиваль продвигать. Совершенно верно. А мы им будем помогать. Совершенно верно. А насчет Америки и всех остальных стран, я так думаю, что там все-таки будет скоро развиваться наш триколор. И русский язык тем более. Да, но думающий, мыслящий зритель, конечно же, всегда найдет вопрос. Итак, встречаем Виталия. Деньги приступили к съемкам фильма. Не все было так просто, потому что съемки попали на пандемию. Давайте посмотрим фильм, и я отвечу на вопросы. Это память. Вот эти слова прозвучали в фильме. Память должна остаться у поколений. Спасибо. И не полный метр, и не документальный. У вас такой своеобразный маленький художественный фильм. Рабочее название фильма было «Треугольник». Потому что, ну, мы поняли, что «Треугольник» будет не всем понятно. И потом поменяли название фильма. Режиссер поменял название фильма на «Тасик». За фигуру его. За фигуру это имеет какую-то форму. Передний предмет будет смотреться гораздо большего размера. Да. Зритель смотрит на соразмерность одинаковых предметов в кадре. Литературу и живопись. Есть такое определение. Кино – синтетическое искусство. Не умеет это писать. Это мы знаем, да, что 100 лет назад. Я тогда подумала, хорошая идея, давайте так делать. Мы начали писать сценарий. Герой. Ты что? Играет вот так? Я вот попался. Делайте хорошие фильмы. Вы видите, что на большом экране он много очень смотрится. Его. Первый раз такое видно, видел я, что... Салют. Это на первом пункте и рванул. Перед боем сам бой могли показать. Посещать аэроклуб. Реальная история оказалась не столь красивой, как описано было в книге. Вместе. Значит, смотрите, какая штука. Вы автор этой истории, как вы себе представляете, как это можно развить и закончить. Вы можете взять и предложить что-то альтернативное от себя. Thank you.
мы остановились на снайпере. То кино величайшее из искусств именно поэтому, что куда бы его ни отправили, там все поймут с помощью кино, о чем мы хотим донести мысль какую. И все, и потеряемся. В этом году серьезные призы. Ростополь, вперед! Сценария, когда видно, что они прилагали к этому руку не только их кураторы, а они сами.